Пожалуйста, представьтесь. Вот доступ у Черный Викинг. Соедините меня с объектом Металл 01. Прайс, спасибо за помощь с Кингфишем. Вам стоит знать, что дядя Сэм приказал брать вас живым или мертвым. Пусть очередь займут. Волк, поставщик взрывчатки Макарову, сейчас в Париже. Мы должны торопиться, пока он не удрал. Я говорю это только тебе. Хорошо. Этот гад использовал фрегаты Industries для провоза ОМП. Я направляюсь в их европейский офис. Французы обнаружили Волка. Бойцы Гиган преследовали его в тылу противника, но русские прижали. А вы хотите, чтобы мы их отжали? Действуйте по своему усмотрению, но Волк должен остаться жив. Ну вот, сейчас нам придется за кем-то погоняться немного. Судя по тому, что нам сейчас сказали. Вызываю всех, это Ромео 595. Требую выслать отряды для дегазации и медицинской эвакуации. 595, на связи Оверлорд. Никак нет, все американские войска в Париже ведут бои. Отберите гражданских и двигайтесь вместе с командой с наветренной стороны шлейфа. Противогаз. Встречу вас в зоне высадки через час. Удачи. Ну, хорошо. Металл 01. Войска Гиган окружены в ресторане Пандор. Немедленно отправляйтесь туда. Это наш единственный шанс найти Макарова. Оки-доки. Ну, тут жена, видимо, готовила. С этим не знаю, что. Сегодня салак уже нет. Со шлюхой развлекался, наверное. Так. Тут, как видите, какой-то газ. Смотрите под ноги. 01, внимание, у Гиган большие потери. Долго они не продержатся. Поторопитесь, если хотите успеть. Соедини меня с ними. Это Сейвер, но долго еще. Готовность 3 минуты. Главное, следите за периметром. Мы почти на месте. Пожалуйста, поторопитесь. Хорошо. Хорошо, что у нас кислорода еще. Бесконечное количество все-таки. Ну, нет индикатора никакого, свидетельствующего о том, что нам надо поспешить. Да бляха ты мой. Смешно же. Это враг. Да ёб! Другую пушку нам дали. Я не понял, я вообще правильно иду-то или нет? Походу нет. Или правильно? Так, нет, вот это правильно. Так, стоп, что-то я замешкался. Иду, иду. Идем. Так, огневая поддержка. Ладно, че как Рэмбо какой-то. Ну ладно, старинку. Зажимать на всех тут. Там гранатометчик я видел. Там вот. Вот он. Все, я его снял. Ёпарасы-то. Кто палит? Вот он. Голубчик тут один. Да сдохнет уже. Так.
Все, побежали. Хоп. Вот так вот их в ближний бой кромсаем. Вообще от бедра, просто от бедра. Не прицеливаясь. По-моему, я один тут работаю. Выполняю. Не будем, ладно. Потому что пулеметы, сами знаете, долго перезаряжаются. Ладно, ребятушки. Русские тоже в противогазах, я смотрю. Ой, ну да, русских в Москве, ну все ясно. Да гранатами закидать их. Сейчас бомбить будут, да? Фига. Круто, че? Позиция установлена. Жду указаний на цели. У нас еще 4 маркера. Ну это круто, вот когда маркер кидаешь, и бомбежка начинает. Чё? Да ёб, не то нажал. Сейчас бомбить будет. О, а кто долбит? А, вот. 4000 метров, да? Круто. Бабах! Ладно, не важно. Какие еще координаты? Еще что ли надо? Голубчик, ты что тут делаешь? Тут моя точка. Кто там по курсу? Да. Ты тоже офигел, да? Где катаку? А, вот, да. Так, секунду. Так. Идем дальше. Так, мне патрончики, подождите, пособирать. Не, никак? Нет, что ли? Ладно, вообще пофиг. Возьму пробу воздуха, подождите. Зеленого дыма нет. Тут говна, наверное, метана, газ. Заражение не обнаружено. Снимайте противогазы, но будьте начеку. Нам нужна максимальная маскировка, только один фонарик. Вас понял. Чтобы была максимальная маскировка, тебе нужен. А как фонарик-то врубить? Ну, лучше средство это маски ночной с ночным видением. Ну, очки в смысле. Ну вот я ж тебе говорю. Тут говно протекает, это похуже будет химической атаке. Метан. Ты тут пальнешь, тут все взлетит нафиг. Ладно, давай, свети мне путь. Почему я иду быстрее, чем он бежит? Так. Пойму, что тут написано. Ладно. Я не знаю, как вы, а я всегда на чеку. Фалкон. Фалкон у нас
наш напарник. А это кто? Сейбр. Круто, чё? Как думаешь, много тут внизу похоронено? Офигеть, а чё это такое? Почему здесь скелеты? Вообще, чё это за место? Катакомбы какие-то. Подожди, это не канализация, что ли? Нет, это канализация, но... Там она была, канализация. Пошли! Так, а чё у него тут за пушка-то? У меня патрон нет, ну ладно. Да дал... А, нельзя по ним стрелять. Помните, волк нужен нам живым, только у него есть данные на Макарова. Ты поздно мне сказал. Я уж хотел стрелять по нему. Дикий зажим. А? А это не разведданные, ладно, пофиг. Куда нам? Нам наверх. Ничего, успеем. Один патрон остался. Одна бойма. Ну, вообще нечего уже перезаряжать. Да вы офигели. А что произошло-то? Понял. Может, я не успел? Да не, ну, наверное, меня просто завалили. Ну, как-то быстро очень. Ну, обычно пишут, вы ранены в укрытии, что-то типа того. Может, мне не надо спешить? А, разведданные. Скорее всего, меня просто завалили. Прикрой, прикрой, давай. Погнали. Ну да, правильно, хрена нам окно. Давай быстрее, дядя, быстрее. Мне патрончики-то дай, а? Опа. А? Ну, пушку дай. Опа. Да у меня гранатомета нет же. Зачем? А чё я против танка-то сделаю? Чё там застряли, что ли? Ща, подожди, перезарядка. Ха-ха-ха. Да я ни хрена не вижу почти. Ну-ка. Во, ну-ка. Даже отдачи нету. Так, ну там водилу, если вертолет стрельнет, может, он и сдохнет. А так не знаю. Срезай тогда что-то. Сколько ж русских-то, а? Как кролики размножились. Паши нам, паши. Вот. А? Как не убить бы его. Все живы? Плохая у тебя охрана, чувак. Да блин, вы его убьете. Вам же сказали нормально, чтобы его... Да куда вы его еще-то? Ну блин. Ему и... быстрая перезарядка, однако. Хорошая пушка. Крак, мы взяли волка. Мы уже в пути. Ой.